Мой маленький друг, добрый вечер. Это я, сказочник. Ты помнишь, вчера я читал тебе сказку Павла Бажова «Серебряные копытца». Остановились мы на том, как дед Какованя рассказал внучке Даренке про козла «Серебряные копытца». Рассказал, да не рад стал. С той поры у Даренки только и разговору, что об этом козле деда, а он большой. Рассказал ей Каковане, что ростом козел не выше стола. Ножки тоненькие, головка легонькая. А Даренка опять спрашивает, деда, а рожки у него есть? Рожки-то, отвечает, у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у этого на пять веток. Деда, а он кого ест? Никого, отвечает, не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стажках подъедают. Деда, а шорстка у него какая? Летом, отвечает, буренькая, как вот у Муренки нашей, а зимой серенькая. Деда, а он душной? Каковань даже рассердился. Какой же душной! Это домашние козлы такие бывают, а лесной козел, он лесом и пахнет. Стал Какованя осенью в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасется. Даренка и давай проситься возьми меня, деда, с собой. Может, я хоть сдалека того козлика увижу. Какова не объясняет ей, сдалека ты его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберешь, сколько на них веток. Зимой вот дело другое. Простые козлы без роги ходят, а этот серебряный копытца всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой, тогда его сдалека признать можно. Этим и отговорился. Осталась Даренка дома, а Какованя в лес ушел. Дней через пять воротился Какованя домой, рассказывает Даренке. Ныне в полдневской стороне много козлов пасется. Туда и пойду зимой. А как же, спрашивает Даренка, зимой ты в лесу ночевать станешь? Там, отвечает, у меня зимний балаган у покосных ложков поставлен. Хороший балаган. С очагом, с окошечком. Хорошо там. Даренка опять спрашивает, серебряный копытца в той же стороне пасется? Кто его знает? Может, и он там. Даренка тут и давай проситься. Возьми меня, деда, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, серебряный копытце близко подойдет, я и погляжу. Старик сперва руками замахал. Что ты, что ты, статусное ли дело зимой по лесу маленькой девчонке ходить? На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замерзнешь еще только даренка никак не отстает возьми деда на лыжах то я маленько умею как отговаривал отговаривал потом и подумал про себя сводить разве раз побывает в другой не запросится вот он и говорит: ладно возьму только чур в лесу не реветь и домой, до времени не проситься. Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Уложил, как Аваня на ручные санки сухарей два мешка, припас охотничий и другой, что ему надо. Даренка тоже узелок себе навязала, лоскуточка взяла кукле платье шить, ниток клубок, иголку да еще веревку. Нельзя ли, думает, этой веревкой серебряная копытца поймать? Жаль, даренке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Гладит кошку-то на прощание, разговаривает с ней: "Мы, муренка, с дедом в лес пойдем, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим серебряные копытца, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу." Кошка лукаво посматривает, а сама морлычет. Правильно придумала, правильно. Пошли, какова не с даренкой. Все соседи дивуются. Из ума выжил старик. Такую маленькую девчонку в лес зимой повел. Как стали какова не с даренкой из завода выходить, слышат собачонки, что-то сильно забеспокоились такой лай да виск подняли, будто звери на улице увидали. Оглянулись, а это Муренка с серединой улицы бежит, от собак отбивается. Муренка к той поре поправилась, большая, да здоровая стала. Собачонки к ней и подступиться не смеют хотела Даренка кошку поймать да домой унести, только где тебе? Добежала Муренка до лесу, да и на сосну. Пойди поймай. Покричала Даренка, не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, Муренка стороной бежит. Так и до балагана добралась. Вот и стало их в балагане трое. Даренка хвалится веселее так-то. Какова не поддакивает, известно, веселее. А кошка, моренка, свернулась клубочком у печки и звонко морлычет. Правильно говоришь, правильно. Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Какова не каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насолили, на ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадью сходить, да как Даренку с кошкой в лесу оставить. А Даренка попривыкла в лесу-то. Сама говорит старику, деда, сходил бы ты в завод за лошадью, надо ведь солонину домой перевести. Каковань даже удивился. «Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна! Как большая рассудила! Сам про это думал! Да забоишься, подей!» «Одна-то!» «Чего, — отвечает, — бояться? Сам же говоришь, что балаган у нас крепкий, волкам не добиться, да и не лезут они в это место. И Муренка со мной не забоюсь!» а ты поскорей врачайся все-таки.